Погибли двое малолетних детей. В Энгельсе в частном доме по улице Садовая произошел пожар. Загорелась пристройка. Площадь возгорания составила 24 квадратных метра. По предварительным данным, дети находились в доме одни. В настоящее время следователи устанавливают местонахождение их родителей. Обстоятельства трагедии выясняются. А кадры еще одного пожара, произошедшего в Петровске, нам прислал очевидец. На снятых им кадрах здание электромеханического завода «Молот». Пожар в одном из корпусов начался с загорания полов. Огонь уничтожил 30 квадратных метров заброшенного здания. В ликвидации возгорания были задействованы 5 пожарных машин и 14 человек личного состава. Причины происшествия пока устанавливаются. Погибших и пострадавших нет. По предположению местных жителей, возгорание могли спровоцировать охотники за цветным металлом. Также известно, что в горевших помещениях планировалось реализовать некий инвестпроект.